Ой, я вот вам тут омлет принесла, а тосты с ветчиной, кофе, как вы просили, маслица. Приятного аппетита. Вы знаете, что вы кушаете, а я пока у вас тут в номере приберусь. Вам постельное белье поменять? Поменять? Что и правда, вы тут все помоете, постираете, уберете? Конечно, это же мои обязанности. Дурак. Господи, какой же я дурак. Что случилось? Идиот, тряпка, ну зачем нужно было жениться? Когда нужно было просто жить в гостинице. Идиот.